Под устрашающим гримом скрываются обычные студенты. Так, по их мнению, выглядит смерть от табака. Они называют себя волонтерами здоровья. В свои 18 с небольшим большинство этих молодых людей курить даже не пробовали. Негативно. И что к курильщикам, что к курению. И вообще курение, я считаю, что это один из самых страшных факторов. Один из организаторов акции «Твой новый старт» Сергей Григораш когда-то был заядлым курильщиком и заработал бронхит. Тогда и пришло твердое решение – отказаться от сигарет навсегда. Теперь от болезни не осталось и следа. Чтобы никто не повторял его ошибок, Сергей не упускает случая наглядно показать, как вредная привычка незаметно отравляет организм. Вот, посмотрите, пожалуйста, после одной сигареты, даже с белым фильтром, посмотрите, пожалуйста, какое пятно смолы. Похожие акции проходят в разных районах Сочи и всегда с поддержкой администрации города. Всеми доступными способами сторонники здорового образа жизни пытаются привлечь внимание как можно большего количества людей. Цифры статистики говорят сами за себя. В России каждый год умирает более 400 тысяч курильщиков. В мире почти 6 миллионов. Сочи борется за право быть зоной, свободной от сигарет. В 2010 году была принята хартия «Сочи без табака». Как считают волонтеры здоровья, заменить вредную привычку на полезную несложно. Главное – дышать свежим воздухом, хорошо питаться, вовремя отдыхать и побольше двигаться. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.